Хоррор, где ты внутри кишечника ползаешь. Корька, блять, $8 за то, чтобы в кишках поковыряться. Это окей, наверное, это очень хорошая игра. Стоп, стоп, досмотри до конца. LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Новая игра. Вы гастроэнтеролог. Ха. Интересно. Мне уже нравится. Звук потише. А чё, страшно, да? А вот не сделаю потише. О? Кухес, мы все части по Оптилес прошли? Не, не все, новые вышли. Тоже поиграем. Продолжит. Специалист по диагностике и лечению заболеваний пищеварительной системы. Одной из наиболее распространенных процедур, которые вы выполняете, является колоноскопия. Делали себе когда-нибудь такое? Неприятное дерьмо. А где вода? Не делали никогда? Не, ну как я на него повлияю? Человеку не нравится без света. Ну вот это его решение. Тем более у нас, блядь, нестандартная психика, я могу его понять. Единственное, что я могу предложить, это реально жизненный хоррор, нахуй. Чтобы, блядь, мы подготовили для тебя игру, нахуй. А ты просто в реал лайф, нахуй, ебать, в рот бегаешь, нахуй. Ну, естественно, ночью. Вот это было бы интересная хуйня, блядь. А цифровая так себе, нахуй. Там тебе пару, блядь, ловушечек, нахуй. Там что, мины такой, растяжки. Ну, ты чё? Все как мы любим, нахуй. Не надо так. Не надо. Не надо. Введение камеры глубоко в большую кишку через анус. Вы занимаетесь колоноскопией уже десятилетия и лечили тысячи пациентов. Вы пользуетесь большим уважением среди коллег и являетесь постоянным докладчиком на всех важных ежегодных конференциях. Вы видели все и лечили все, ничто вас не смущает. Нет ничего, что вы не можете обработать. Вы Майкл Джордан в гастроэнтерологии. Вы этого еще не знаете, но это ваша последняя неделя. Это еще почему? Фу, что это? Это геморрой или что? Понедельник. Утраченное сокровище. Где в анусе? Прошло почти 70 лет, как я не отдыхал за границей. Подожди, это мне бабка говорит? Мне как читать? Или это мысли доктора? Или это бабуля жалуется? То почему тогда отдыхал Л, если это она? И я следил за новостями о пограничных охранниках и их грубом поведении. После нашего приезда в Кале мы стояли в очереди в Кале. И я увидел ужасное выражение на лице охранника. Это так меня напугало, что я снял свое обручальное кольцо и проглотил его. Это бабуля мне рассказывает? Я думал, что он мог его у меня отобрать. В конечном итоге мы прошли через пограничный... Да? В конечном итоге мы прошли через пограничный контроль без каких-либо проблем. Хотя он был довольно грубым. Он совсем не говорил по-английски. Прошла уже неделя, как мы вернулись, и мое кольцо не вышло. Скорее всего, кольцо действительно покинуло ваше тело, вы просто не заметили этого. Нет, я уверен, оно не вышло. Зеленый, красный, я не смотрю, как это было, жесть. Лево, право, лево, право. Мой муж Гарольд гораздо лучше видит, чем я, и он провел всю поисковую работу. Фу, блядь. У вас действительно преданный муж, миссис. Думаю, нам пора начать. Так, нам уже без подробностей покажут, как это будет происходить, правильно? Я дам вам мгновение, чтобы занять нужное положение, и мы начнем, бля. Спасибо, доктор. Только нам не показывать, как она это положение будет занимать. Да что за хуйня? Можно загрузку какую-то другую сделать?
Простите, я... О! Пожалуйста, не надо, не надо. Не распространяйте, хорошо, не надо, блядь. Ну ёбаный свет. Так, минуточку. Я уже внутри её, да? О! Итак, ребята, углубляемся. Начинаем движение. Фу, блядь. Потихонечку проверяем, что у нас тут внутри. Ищем колечко. Ну, одно кольцо мы уже нашли. Нам нужно другое, которое на палец натягивается. Я знаю, что можно оглядываться. Я это уже сделал. Я уже оглянулся, но, видимо, игра нам намекает, что здесь придется оглядываться постоянно. Интересно, почему? Ну, мы потихонечку заходим все глубже и глубже. Тут главное не торопиться, чтобы не повредить. Какие инструменты? Ой, блядь. Инструмент для вытаскивания застрявших или пронизывающих кишку объектов. Используйте этот инструмент для сканирования или анализа всего, что найдено в кишке. Бабуля, извини, я просто проверил. Ух ты ж. Извините. Дай бог. Ни один пациент не должен оставаться с кровоточащей кишкой. Этот инструмент быстро закроет раны. Ой, блядь. Ладно. Все. Да ты заеб... Смывайте объекты, мертвую ткань или что-либо еще из кишки с помощью тепловых... Так, струи, окей. Нихуя себе! Ебануться, блять, охуеть, ебаться в рот, пиздец. Да нахуй, заканчивай. Окей. Какой, что, что? Зачем мне использовать инструмент? Что случилось? А где все говно? Мне казалось, тут дерьма должна быть целая куча. Куда все говно делось? Она на 2 часа. Чего, блядь? Я 2 часа в кишках бабули должен ползать? Здарова, Лёха. Сколько стоит, чтобы ты посмотрел один YouTube Shorts про Путина и яйца россиян? Клип называется «Срочно распространяйте». Хит 2024 года. Анбалевшин. Про яйца. Канал Pixel 4 Саул. Чел, ты видишь, чем мы нахуй делаем? Один долбоёб приходит от Соболева и донатит какую-то залупу, блядь, во время хоррора. Второй какие-то видео просит посмотреть. Что это вот это? Выявить все подозрительные элементы. Я даже не знаю. Ой. Фу, блять, это какая-то папиллома ебаная. А, надо просканировать. Боже, ты как-то нежно играешь. Ты новичок? Ты новичок? Полип в, в толстой кишке. Ты новичок? Лучшее лечение — вырезать его нахуй. О, блядь, подожди. Бля, пиздец, бедная бабуля, а. Нихуя тут водопад у нее. Окей. Так я ж промыл. Ой, блядь. Куда ты, блядь, по... Пока! Так что надо делать? А, все, да? Окей, это мы тоже вырезаем. Симулятор Единой России. Blood Run, спасибо. Промываем. Все, да? Не знаю, у меня такое ощущение, что как будто бы я что-то не до конца делаю.
Но мне нравится, слушайте. Если бы я смог вернуться в прошлое, я бы вернулся в прошлое и сказал, блин, ребят, хочу быть этим жопоковыряльщиком. Или как там, гастроэнтеролог, кто он? Хуя себе полип жесткий, огромный такой. А? Да блядь! Поднимись наверх. Куски не смыл, смой куски. В смысле, блядь? А нахрена мне их смывать? Какой смысл? Какие куски, я не понимаю. Где страшилка? Ну что-то должно произойти. Тебе что, надо прям сразу, чтобы экшен начался? Это было бы неинтересно. Это мусор. Я сейчас вырублю нахуй эти мемы. Заебал, всякую залупу донатит бессмысленную. Ну реально. Мне просто интересно, а кто здесь монстр? Ну то есть противник. Надеюсь, не какой-нибудь здоровый член деда, блядь, который сейчас залезет сюда. Или врача. Ну, я не знаю, там. И там от него надо будет убегать. Что такое? Что такое? Не надо, дядя! Что? Что это было? Блять, это неужели вот такая кишка длинная у бабули? Мне кажется, мы кольцо уже не найдем. Чего-чего, Мазай? Еще раз повтори. А если я не буду удалять вот эту вот херню, эти полипы? Тебе главное найти кольцо, можешь забить на остальное. А, да? Ну я так, на скорую руку. Да ты чё? Да ты чё, гонишь? Ой, бля. Фу. Мне кажется, заболевание можно лечить одним и тем же способом. Это что-то новое. Затвердевший отложение жира и кальция. Оно станет больше со временем, вызывая блокировку. Его нужно удалить. Это что, реально вот так вот у каждого человека в жопе? Фу, блядь. То есть у вас такая же ерунда там происходит. Топ игра, топ контент. Спасибо, ребята, я стараюсь. В принципе, у нас и без этой игры каждый день одно и то же происходит. А это что за херня? Леденец? Реально. Любимое угощение среди старушек во всей Великобритании. Ну, зато мы узнали, что мы в Великобритании. Вот так вот, не сосите, леденцы, а то такая же херня будет. Прилипнет к кишечнику где-то, и все.
И нехорошо это, короче говоря. Запор вызовет у вас неприятный. А это что такое? Кукуруза? Или это зубы желтые, я не понимаю. Да ладно. А что оно тут делает? Давайте мы будем это все игнорировать, не будем время на это тратить, а просто пойдем дальше. Я уже хочу какого-то экшена. Ну реально. Ковыряться в ее заднице, искать леденцы и кукурузы, это вообще-то не то, на что я надеялся, когда включал эту игру. Ну реально. Но это именно тот контент, который мы с вами заслужили. Поэтому просто плывем по течению вперед. Опа. И шо? Так, здесь более широкий у нее уже такой кишечник. Но проблемы все те же. В принципе, насрать на эту бабку, будем игнорировать эти проблемы. Будем плыть дальше, вперед, не останавливаться. Главное, да. Ну какая же все-таки мразь. Чтоб у нее понос не начался. Привет, Зэ, мое поле. Дивлюсь тебе, вжимаешь же 7 роков жодного разу не пошкодувало. Удачного стрима. Слава Украине. Спасибо большое, Лера. Спасибо тебе большое за 300 рублей. Тебе тоже привет. Спасибо огромное за поддержку. За добрые слова. А я что-то не понял, кукуруза не переваривается или что? Какого хрена тут повсюду кукуруза? С полипами. Ну бабуля, кстати, любительница реально пососать леденцы. Уж слишком много у нее их тут. Вот тут вообще жесть. Ебать! Сломанный кусок зубного протеза. Ладно. А чё мне с ним делать? Зубы мазелого, блядь. Пусть тут валяются, я не знаю просто, что я должен сделать. Как я их заберу? Ничего, окей. Бля, охуенная игра, ребят, просто с кайф. Что это за звук, как будто дверь открыли какую-то? А ты можешь бегать? Так в этом и проблема, что я не могу бегать. Я просто плыву в кишке старой бабки. Опа! Опа! Я нашел кольцо. Ау, блядь, тихо! Ни хрена себе колечко. Can you hold the fucking light straight? А теперь я хочу сделать игру все-таки потише. А то по ушам реально бьет. Так. А что если я сделаю вот так? А потом вот так. Так, ну ладно. Да-да, оно самое. А это что такое? Жевательная резинка. А ее можно как-то...
Походу, она тут реально навсегда. А что с кольцом-то делать? Мне его с собой брать или как? Губами попробуй. Твоими только, если разве что. В смысле назад? Какой назад, черт, серьезно, что ли? Опа. А, так я уже все. Подожди. Это же выход из жопы, правильно? Фу, блядь. Опачки, и так вылезаем. Оп! Оп! Алло. Алло, кольцо заберите. Ля, какая жопа. Ножки длинные. Ой, фу, блядь. Постучи. Так подожди, а что делать-то реально? Вот колечко, забери, блядь. Алло, бабуль. Ей, походу, понравилось, что я не в жопе ковыряюсь, она сжала анус, и я не могу теперь выбраться. Че делать-то, блядь? Да в смысле назад? А это что тогда? Реально назад идти, пиздец. Ой, бля. Ну ладно, идем назад. Интересно выходит. Реально прям выходит причем. А вы когда-нибудь глотали что-то такое, что вообще как бы не переваривается? И возможно выходило из вашей жопы? Не, давайте вот без... вот этих шуток про член. Во-первых, если член проглотить, я думаю, он переварится. Бля, Хес, ну вот честно, блядь, будь ты гастроэнтерологом, нахуй, я бы тебе свою жопу хуй когда дал, нахуй. Это просто пиздец. Такой экшон творишь, это жопа вообще, блядь. И вообще всем советую, пацаны, никому не давайте свою жопу. Если умираете, нахуй, так уйти лучше красиво, нахуй. Чтоб в твоей жопе, блядь, не ковырялись вот такие, как Лёшенька наш, блядь. Это просто пиздец, нахуй. Там у бабки, блядь, уже такой рассадник, ебать тебе урод, нахуй. А он там, блядь, веселится, резвится, нахуй. Ты еще и жопу лазером всю, нахуй, охуешь, пана охуела, а? Да легко, блядь. Вот, пожалуйста, и чё. Теперь у неё кишечник весь. В язвах. Ну нехер глотать всякую срань непонятную. Потом я должен, блядь, ковыряться в этой жопе. Хе, сука. Внимание, ваша армия тревога. Срочно покиньте помещение. Водой кольцо смой. Ой, у меня стрельба на улице. Или что это было? Слышали выстрел? Жахнуло что-то. Одиночный такой выстрел произошел. Ну отлично, я смыл кольцо. Толку-то, если я все равно медленно передвигаюсь. Блять! А! Пиздец, у нее сейчас водичка из ануса польется. О? У меня только что наступил ДР, как приятно встречать свои 22-го года с тобой чатиком в бабушке на кишке меньше, чем 3. Упсала, спасибо тебе. После того, как вы смыли кольцо миссис этой самой, вы с удовольствием наблюдали, как она снова надевает его на палец. Вы будете рассказывать коллегам, друзьям и родственникам о миссис этой бабке еще много лет. Хорошие анекдоты бывают нечасто. Вы легли в постель, посмеиваясь сам себе, пока не заснули, чувствуя счастье. Через несколько дней вы получите звонок от ее мужа. Он объяснит, что ее экстренно доставили в больницу, где ее лечат от сепсиса.
Вам кажется, что это может быть вашей виной. Ой. Это был последний обычный день. А что я сделал-то? А что я сделал? Я просто кольцо вытащил. Я же аккуратно был. Вторник. Пика. Пикачу? Для такого молодого человека, как вы, колоноскопия редко требуется. Боже, ты как-то нежно играешь. Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Да-да! Но когда я увидел ваш рентген, меня потрясло. Я не мог различить, что происходит внутри вашей толстой кишки. Более года я страдал от состояния, известного как пика. Мне хотелось, и я ел вещи, которые не являются пищей. Это началось безобидно, я ел пластик на конце моих карандашей. И я ел маленькие кусочки бумаги, или маленькие кусочки... А это опять женщина, блядь. Почему они о себе говорят, как будто они мужчины? Пластика с упаковки для продуктов. Я не могу вспомнить все, что я ела, но я знаю, что я ела много разных вещей. Недавно я начала жаждать металлических предметов. И стала есть маленькие монеты. Скрепки, маленькие винты и остальные гвозди. А меня госпитализировали после того, как я упала на работе. Хирурги удалили из моего желудка 30 предметов. Но в моем толстом кишечнике остались предметы, которые сложно удалить. Затем врачи отправили меня к вам. Похоже, вы пережили очень тяжелое время. У вас все еще есть эти странные желания? Когда я была в больнице, мне поставили диагноз недоедания. У меня давно были финансовые трудности, я плохо питалась. Врачи назначили мне специальную диету и дали большие дозы диетических добавок. С тех пор, как началось лечение, у меня не было странных желаний. Круто. Погнали вашу жопу. Спасибо. Мы будем действовать медленно. А осторожно удалим все говно из вашей кишки. Чтобы вы могли вернуться к жизни нормально. Замечательно. Ну, нагибать сраком. Раздвигайте сраку. Я вхожу. Не смей меня объяснять. Суй ананас в жопу. Ой. Что-то ее кишечник. Фу. Даже у бабули как-то поприятнее было, чем у нее. Он точно туда залез? Что-то как-то... Ой, бля. Тут потребуется лазер. У нее тут кровотечение. Ой. Ой. И еще. Гвоздь? Ой. О! Это же как там, Елизавета, да? Да бля... Сюда лут. Коллекционная, кстати. Бля, ну серьезно, я сейчас должен все это вот это вот ковыряться у нее? Или может как у бабули все пропустить? А это что такое? О, господи. Блять. Ау. Да. Уйди. Как она до сих пор еще живая? Ой. Ты рил будешь 2 часа в это играть? Да честно, не хотелось бы. Но я как бы в ожидании какого-то экшена.
то неожиданно произойдет что-то, что нас сильно удивит. И мы такие в ахуе, типа, пон. Прикол в том, что у меня была девушка, которая, когда нервничает, ела губку для мытья посуды. Так что все это реально, да. В смысле, фу, блядь. Это как? А зачем? Прям грязную губку для мытья посуды, которая была использована где-то уже. Не, ну губка для мытья посуды в кишке не застрянет, по крайней мере. Ты гвоздь пропустил. Да ёб... Ну, даже предположим, если бы я пропустил. И что? Ну что это мне даст? Тут просто задолбаешься, короче говоря, все это отмывать. Скримаки были. Да пока что нет, вот ждем. Сюда. Я просто даже не понимаю, как, в каком виде должны быть скримаки у нее в жопе. Да, блядь. Ага, о, опять кукуруза, да что ж такое-то, а? Ты уже на плохую концовку проходишь, пропуская все инородные вещи в кишках. Да и насрать. Я не против и на плохую концовку пройти, если честно. Просто я за эту игру отдал $8. А она немного затянутая, на самом деле, реально. Достаточно однообразно и одинаково все. Что за червоточина? Мы в кишке человеческой, если что. Может быть, кто-то только на стрим пришел, не понимает, что происходит. Так вот, мы в жопе. О, что такое? Следующая локация, да? Да ёб твою мать. Ой. Да, мне тоже это напомнило рекламу от изжоги. Гивискон вроде, да, называется лекарство-то. Белая жидкость, которая заполняет ваш кишечник. И у вас проходит изжога. Ну, это, конечно, немного не тот вариант. Что? Не, реально, там так и происходит в этой рекламе. Бля, нормально, да? То есть, я не знаю, остался ли кто-то здесь после рейда Зубарева. Люди сидели, смотрели Форсаж 7, все было прекрасно и круто. В итоге Зубарев кидает рейд мне, а я начинаю просто ковыряться в жопе чьей-то, блядь. На стриме, выдергивая гвозди, блядь, из ануса. Это вообще, блядь, просто прекрасно. Пора рвать жопы! 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 Пора рвать? Пора... Чё такое? Нихуя себе! Ебать! По-моему, это уже не вылечить. Здесь бесполезно что-то делать. Жареных гвоздей не хочешь? Да куда ты, блядь? Да ёб твою! Ой. Ой!
Жесть, блядь. Да алло! Да, бля... Фу. Мазай, ты же в этой жопе ковырялся уже. Здесь вообще экшен какой-то будет. Ну, игра как-то изменится. Да блять! Или мы просто зря время тратим на это? Алло. А чё молчит? Там просто неожиданные вещи будут в кишках. И это всё? Ой. Ага, только ближе к концу. Блядь. Может тогда дропнем нахуй эту игру реально. А то 2 часа ковыряться в заднице, чтобы что-то в конце увидеть. Такое. Ну ща, я у нее доковыряюсь уже тогда. На ютубе гоу глянем. Я не знаю, Куплинов проходил. Просто правда нет как бы желания тратить время на ковыряние в заднице. Это уж как-то совсем странно будет. Мы и так периодически падетику стримим. По сути то же самое. Посмотри на ютубе. Ну да, я и говорю. Мэдисон прошел серьезно, блядь? То есть в это даже Куплинов не поиграл. А мы, блядь, что-то ерундой какой-то занимаемся. Даже Куплинов. Ну да, он как бы играет в очень разные хорроры, постоянные всегда. У Куплинова отпуск. Так я знаю, но игра-то достаточно старая. Блядь, задолбала. У него уже 2 месяца хорроры. 2 месяца? Сейчас опять что-то неожиданное будет. Нет. Изюри, спасибо. Так, ну давай, хватай. Пиздец. Ну вот с лезвием как-то не очень. Нет. Оно же сейчас как бы если дальше пойдет, опять поцарапает жопу. Смысл это вытаскивать? Ой-ой-ой. Да блять. Экша! Собака, блять. Ой, сука. Кончай с этой хуйней.
Да я прям сейчас сюда кончу. Только подожди. Закончу с ее жопой. И тогда все. Так, я тут вытащил? Нет. Бля. Хитрый лис, спасибо за переподписку. Продею игру до конца просто за... Конечно, блядь. Эту игру даже заспидранить. Достаточно сложно, потому что она очень медленная. Кто? 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 Кто, блядь? Батя твой! Кто? Кто? Там дальше пизда. А, да ладно, серьезно? Слушай, в таком случае я готов продолжать эту игру. На такой я бы посмотрел. Если ты в прямом смысле говоришь. В таком случае звучит заманчиво. Ой. А, бля... Ой, бля. Спасибо за фолова. Кстати, кто фоловится, спасибо. Всем привет, ребят. Кто с Ютуба, кто с Инстаграма, кто с Телеграма, кто просто с Твича пришел сюда. Всех приветствую, всем привет. Всех приветствую на своем канале. Здорово. Нажимайте кнопку follow, буду очень благодарен. Старая мандаринка, спасибо большое тебе за подписочку. Hey man, what's up? Спасибо большое. Да бля. Фэд Ник, спасибо. Ват, спасибо. Гост, спасибо. Слава Терминатор, спасибо. Вэт Дилер, спасибо. А в ней эту хуйню бизнес. Да подожди ты, дай ты мне уже доковыряться в ее жопе. И офну. Ну это реально говно какое-то. При этом у игры в Стиме очень положительные отзывы. Я на них повелся. Бабуль так и неплохая жопа, так я сразу сказал, как залез сюда. Что бабуля не так уж плоха была. Зря я так с ней. Чё, блядь, патроны? Ой. Ой, а. Окей. Ну все, мы дошли до конца, ребята. Мы опять уперлись. Эу, эу, эу. Оп. Оп. Ну и чё дальше-то? Бля, что если я лазером в патрону, как, блядь, стрельнет здесь? Ой. Всё, пиздец, да? Минус очко. Ну вот видите, а вы... Не зря играли. Ради такого вы мгновенно осознали свою ошибку. Да это не я, это чат попросил. Вы достойно попытались остановить кровотечение, но повреждение было слишком обширным. Было начато расследование ее смерти. И вы планируете полностью сотрудничать. Каждый раз, когда вы думаете о том, что произошло, у вас возникает рвота. Бля. Ну все получается, больше в очках ковыряться не буду. Меня не допустят просто к работе, потому что, ну, я убил пациента. На этом моя история закончилась.
Какая среда, блядь, ты уволен? О, наркотики, что ли, в кишке? В смысле, блядь? Каким нахуй рыбаком ты был? Братан, ты чё, серьезно? Все, что я ем, происходит из... Блядь! Глисты, что ли, из-за рыбы? Это холодная, одинокая, часто опасная жизнь, требующая большой силы. Недавно я чувствую, что моя сила медленно уходит. Блядь! У меня заканчивается сила даже до того, как я вытащу первый улов. Я всегда голоден даже после большой трапезы. И что меня больше всего пугает, я теряю много веса. Бля, а вот, ребят, так начинается как раз-таки то самое, походу. Я всегда был полнее среднего. Но за последние несколько месяцев мой вес уменьшился на треть. Меня беспокоит, что я растворюсь в никуда. Бля, это тупо я. Вы сказали, что все, что вы едите, приходит из моря. Да. Вы едите рыбу прямо из моря, не готовя ее. Ебать, дебил. Да. Она настолько свежая, что ее не нужно готовить. Молодец. Ты шо, бля, в Японии, нахуй? Рыбу все равно надо обрабатывать, даже когда ты суси и кушаешь. Чёрт, свалил в Америку и буквально чистит жопы за 120 рублей. А мог бы остаться в России и бесплатно отправиться в незабываемое приключение в СИЗО. В мясе рыбы и других морских организмах обитает множество видов паразитов. Есть вероятность, что вы проглотили некоторых из этих паразитов, и они могут быть причиной ваших проблем. Но я ем так много лет, и никогда не было проблем. Блять, ну а теперь они есть. Люди с паразитами не всегда проявляют симптомы, пока паразиты не станут большими по числу или размеру. Им требуется время, чтобы вырасти и размножиться. Полагаю, вы можете быть правы, иногда у меня бывают странные ощущения в животе. Я чувствую, что что-то дрожит и двигается. Может, попкорн получится. Бля, я помню, у меня была ситуация очень давно. Прям пиздец. Я тогда только начинал свою деятельность. Летсплей, вся вот эта тема. И у меня тоже были ощущения, как будто бы у меня глисты. Или паразиты, я не знаю. У меня еще тогда все в прыщах, лицо было. У меня какое-то обострение началось. Мне было хуево. Я думал, что у меня реально это говно. Я сходил в аптеку, купил таблетки специальные против глистов. Это одна такая таблетка, просто одна таблетка. Ее типа выпиваешь, и по идее, да, все должно выйти. Я выпил, и я вот не помню точно, но по-моему из меня реально вышли вот такие, как не червяки или что-то похоже на них. Они как, знаете, такие завернутые были. И их было несколько, представляете? Это пиздец. Возможно, я ошибся. Они были небольшие. Возможно, я ошибся, и мне показалось. Но у меня все как-то было в тумане, я не помню особо. Вот. Я хз, что это было реально. Но походу я высрал червей. Реально, мертвых уже. И после этого все заебись. Но для профилактики, говорят, иногда можно выпить. Даже если вы уверены, что у вас ничего нет, просто для профилактики. Раз в жизни. А таблетки очень вредны, если что. Двигается? Да, ощущение в животе напоминает мне то, что я вижу каждый день. Вот у меня тоже тогда, на тот момент, было ощущение, когда я засыпал, как будто бы у меня в животе что-то, блядь. Фу, нахуй. И я решил на всякий случай выпить. Ну вот и выпил. Что за таблетки? Да я не помню даже название, говорю, давно было. Так что, ребят. Ну, имейте в виду. Я кушаю хесус. Так вот, из меня эти черви вывалились нахуй. Мертвые, в говне все такие. Ха-ха! Приятного аппетита! Вы очень вовремя решили покушать. Особенно, когда я играю в такую прекрасную игру, где мы буквально шаримся в жопе. Так, ну это на глиста не похоже. Подожди, что это? Яйцо?
Тьфу, блядь. Это мы все трогать не будем. Нет. Абуси Харт, спасибо. Абьюзы Харт, спасибо. Блядь, я не могу пролезть, серьезно. Ща, я хочу посмотреть на глистов. Как они выглядят в этой игре. И насколько это будет страшно. Будут ли они на меня нападать, пытаться меня убить, сожрать или еще что-то. Но пока что я ничего не вижу. Блядь, ты что, серьезно? Давай не застревай. Так, и шо, и где? А! Фу, блядь. Яйца. Ой, сука. Или это оно и есть? Яички! Бля, они еще и хрюкают. А, ой! Господи, блядь. Извините. Бля, они лапками дрыгают еще. Просканирую, что это за хуйня. Но это яйца, скорее всего, какие-то. А может быть и сами паразиты. Похоже на какого-то неопределенного водного кровососущего клеща. Убейте его и промойте. Бля. Ой, блядь. Их слишком много, я не хочу это все делать. Мне лень. Я получаю не такую высокую зарплату, чтобы так стараться. Ну что, вот и все глисты ливаем. Ну если это реально те самые глисты, то да. Ну а как же червяки какие-нибудь? Просто у меня есть такое ощущение, что в этой игре... Важно дойти до конца кишечника, нежели чем реально избавить пациента от каких-то проблем. А, ну вот видите. Так и есть? Бля, Мазай, чё ты сразу не сказал? Паразитический кровососущий червь. Лучше удалить его, прежде чем он сможет размножиться. Бля.
Ладно. Уета. Так, что там? А это что за игра? Окей, ладно, дальше идем. Все концовки... Подожди, тут еще несколько концовок, серьезно, блядь. Века, блядь, бля, чел тупо чела съел. Что, что это вообще? Как же вовремя мы ливнули из этой игры. Реально параша, блядь, какая-то. И все, это конец? Ну и херня.